Жанька, все-таки продюсер или режиссер? Что вот вам более лестно или более точно отражает характер вашей работы? Вся история в том, что разницы между этими профессиями нет никакой. Вопрос только в масштабе. Ух ты, вот сейчас вот несколько людей раз так сразу в экраны. Да, да, это так и есть. Вопрос только в масштабе ответственности. Режиссер – это в современном мире человек, который отвечает за вот реализацию проекта. Угу. Продюсер – это человек, который отвечает за реализацию проекта, за его продвижение, за его рождение, угу. за его там... Но это не означает, что режиссер не умеет делать или не может делать то же самое. Угу. А, поэтому там, нас воспитывали, когда мы были маленькие, как вот то, что... Вот то, что нынче называется продюсирование, нас так, собственно, и воспитывали. Но другое дело, что не всем это свойственно. Некоторые любят там делать. А потом у продюсера, в отличие от режиссера, есть возможность делать сразу несколько проектов. Угу. Потому что как бы продюсер создает картину мира, собирает правильно людей, правильно ставит им задачи. И на каждый проект назначается человек, который уже эти задачи реализовывает. В этом смысле режиссер – это человек, который занимается штучным товаром, вылизыванием, уже нюансами там, и так далее. Но по большому счету я, конечно, вот режиссерам завидую. Когда я делаю несколько проектов вместе, и когда я вижу, как режиссер сидит с художником, объясняет, какого цвета или какой формы должен быть там тот или иной элемент декорации, я понимаю, что это вот такое... погружение в мир. Потому что в профессии режиссер, конечно, самое прекрасное – это умение, или даже не умение, а такая особенность быть эдаким демиургом. Потому что ты создаешь мир, которого до тебя не существовало. Профессия продюсер, а в отрыве от режиссуры, когда она происходит, это все-таки, конечно, такое, как вы сказали, проектное мышление. Ну, когда вот у тебя есть проект, ты понимаешь его назначение, куда он должен двигаться, как должен пройти в мире, на какую аудиторию рассчитан там, и так далее. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».